Недавно в приют Нью-Йорка поступил звонок. Жители нашли в мусорном баке бездомных кошку и котенка. Оказалось, уже некоторое время этот бак с мусором стал для маленькой кошачьей семьи постоянным домом. Когда люди нашли их, мать с порванным ушком закрывала беззащитную дочку, которая отчаянно плакала. Но жизнь на улице была позади, ведь они попались на глаза неравнодушным людям. Сотрудники приюта назвали маму Одри, а дочку Иден. Семью взяла на передержку сотрудница приюта по имени Сара. Кошачья семья начала привыкать к жизни в доме. Кошечка Одри оказалась крайне заботливой и осторожной мамой. Она не отходила от дочки и следила за всем, что та делает. Иден подрастала, становясь все игривее и любопытнее, а мама-кошка еще больше не спускала с нее глаз. Видимо, несмотря на жизнь в доме, мать-кошка все еще не могла забыть времена, когда они с дочкой жили на улице, где повсюду подстерегают опасности. Мудрая Одри научила дочку всем кошачьим делам – кушать, умываться и ходить в туалет. Она, наконец, начала меньше контролировать малышку, когда та окончательно стала самостоятельной девочкой. Мама и дочка чувствуют себя замечательно. Теперь полная энергии красавица Иден вовсю исследует мир, играет и носится по дому. А ее мама тем временем наслаждается заслуженным отдыхом. Когда-то этим двоим пришлось столько пережить, но теперь они по-настоящему счастливы и любимы, а впереди их ждет лучшая жизнь.